Итак, сделаем небольшую демонстрацию движения. Приведем все 230 или сколько сил в действие. Турбина, напоминаю, хоть на машине куча плюшек прикольных разных, но турбина у нас по мощности пока стоп. Единственное, что мотор 2.1, сделан строкер 2.5 колена. Короче, хры пиздец, погнали. Вот вы видите то, о чем я говорил, как рычаг дергается, потому что играет, собственно, коробка. Вот. Дорога тоже местами не очень.